Каждый парень такой. Что? Чем бы мне заняться? Я знаю. А может сделать отжиманию, чтобы стать сильным человеком? Да, давайте сделаем отжиманию. Все, кажется, на сегодня тренировка хватит. Завтра тоже буду делать в этот момент, но в этот раз 15 раз, да. На следующий день 15 раз, да. Срочно буду делать. Буду стать боксером. На следующий день. Что? А как же тренировка? Отжимания? Каждый парень такой. Что играешь? Ты не понимаешь, это Brawl Stars. Brawl Stars? Окей. А что это за игра? Это PUBG. Ты не понимаешь эту игру. Зачем вы играете такие игры, а? Лучше играйте FIFA, Blur, Mortal Kombat. Ну ты дед. Каждый парень такой. Ну, чуваки, вы чё, опять курите, а? Ну, перестаньте курить, это же вредно. Все, последний раз я сегодня, хорошо, буду курить, последний раз, но завтра вообще не буду курить. Вообще-то, курить это вообще-то вредно для нашей здоровья. Все, я завтра не буду курить. О, привет, чуваки, здорово, здорово. Ну и чё такое? О, Вася, у тебя есть сигаретик? Дай мне одну. Постой, ты же вчера сказал, что не будешь курить. И даже вредно для нашей здоровья. Я хочу. Да забудь. Дай, Вася, ты чё? Каждый парень такой. Почему все девушки такие? Чего? Плакать из-за девушки? Фу. Наоборот, у меня нету девушки, я как Сигма. Каждый парень такой. А может смотреть ТикТок? Хотел бы смотреть ТикТок. А, ТикТок! Хотел бы смотреть ТикТок. 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 Хай, зритель. Это мой канал. Оцени мои ролики. Поставив лайк. Не шалив подписку. Ведь это бесплатно. Смотри ролики как котик. Нажимай на колокольчик.